кажется, сюда. Ну ладно, тогда поехали. Или не совсем. Ну да ладно. Там видно будет. Так, там можно подняться наверх. Ну а что у нас здесь-то? Шприц, фляга, и тут подняться можно. Браслет, хорошо, дорогая штучка. Так. Так, наша цель где-то там. Так, здесь у нас ничего ценного нет. Разрушено. Давайте же тут все обследуем. Так, ну чего ж ты, блин, Гаррет, ну ты меня убиваешь. Зачем же ж ты прыгнул-то? По лестнице можно было спуститься. Так, тут ничего ценного и полезного для нас нет. Ладно. А может, можно... Давайте попробуем зацепиться за это, собственно, колесо. Нет. А запрыгнуть в него? Нет. Ну. Ага. Все-таки не зря вернулся. Ну, почти. Куда же нам говорят идти дальше?
Так. Отсюда я вылез. Ага. Ясно. Переключатель почти невидимый. Надо смотреть внимательно. Эрин как-то сказала, что поставила ловушки против незваных гостей. Надо смотреть под ноги. Ну, тут она ничего не поставила. А, тут поставила. Так, тут ничего не лежит, а тут... Куда мы тут подглядываем? Ладно. Ничего неинтересного нет. Так. По плитам лучше не ходить. О, кишки эти. О. Ладно. Давайте. Это... Так. Ну, у нее, похоже, схожее жилище с нашим. Так. Еда нам не помешает. А что мы увидим тут? Чей-то портрет. О, мой портрет. Да ты шо? Я польщен. Ладненько. Что-то еще можно надыбать. Так. Вот. Невнимательно. Расслабился. И получил по щам. Я же забыл, что она женщина-кошка. Прямых дорог не любит. Ну-ну. И зачем я сюда шел? Скажите мне на милость. Так, вот сюда мы пришли. У нас милая ловушка. Тут была цацка. Ничего не понимаю, зачем нам вообще нужно было сюда проникать.
Зачем это вообще? Тут дальше идти некуда. Тут ловушки. Ладно, ну... А, вот. А кто бы сейчас и ушел? Это что за... Укради ключ от истины. Той, что осталась дома до того, как я стала Эрин. Но ты должен найти его сам. Таковы правила. Ну, зашибись. Ищи. Я скажу, когда ты будешь близко. Чуть дальше. Так. Ну, туда не пройти. Вот началось... В игре появилась типа мистика. Это такой у нас интересный лабиринт. Так. Ясно, невидимая стена. Опять невидимая стена. Не туда. Понял, не дурак. Был бы дураком, не понял. Детка, куда ты нас ведешь? Куда мы должны идти? Чтобы найти то, что тебе нужно. Не туда. Теперь холодно. Иди за мной, к истине. Еще холодней. Ты близко? Ну-ну. Нет! Не трогай меня! Порожок веры, что ли? О. Интересно. Ищи. Я скажу, когда ты будешь близко. Ты близко? Чуть дальше. Мой портрет. Слишком важно, чтобы мне дали умереть. Знают ли они, как это больно? Мне кажется, Эрин хотела, чтобы я что-то нашел. Я не могу уйти отсюда просто так. Ну, давай, Гаррет, найдем что-нибудь. Что, Эрин еще у нас была художницей, что ли? Или она подделала шедевры? Ну-ну. Давайте найдем. Только я не хочу пользоваться сверхспособностью. Так. Ну-ну. Что это тут у нас? Что это? И зачем это было Эрин? Ясно, покидаем убежище. Так, а что тут может быть еще интересно? Ценного, интересного. Похоже, больше ничего. Ладно, уходим. Так. Ага. Ага. Похоже, нам туда.
Дом цветов ждет. Он отмечен красными фонарями. По ним я и найду вход в бордель. Так, давайте взглянем на карту. Так, туда продвигаться нету смысла. Значит, нам сюда. Давай, быстро, шустро, Гаррет, шустро. Чуть не спалились, Гаррет. Так. Что у нас здесь? Давайте снова. По идее, недалеко. Так, может все-таки как-то тут можно. Так, тут ходит много народу. Давайте взглянем на карту. Все же лучше сюда. Так, давайте снова взглянем на карту. Интересно, куда это проход? Подсвечивается. Вход в дом цветов где-то рядом. Твою мать. Это я зря. Почему что собака не запрыгнул? Пришлось убить. Черный список дома цветов, лорд. А ты, наверное, уже не лорд, да? В черный список? Да как же? И надолго? Пока не обзаведешься деньгами, Эдмунд. А значит, до конца жизни.
Ищи дешевую девку, которая обслужит тебя в переулке. Ты слишком радуешься, девка. И не я одна. Мы все радуемся. Так, надо убрать тело. Это еще найдут. А там не найдут. Ну что за шест скрылось, а вот что не... А, понятно. Так. И куда это у нас? Хорошо. Тайничок. Маг нам не нужен. Ну и кроме мака здесь ничего нет. Ладно, спускаемся. Спускаемся, сказал Гаррет. Собака, он не хочет прыгать. Какого... Вот не люблю этот баг с веревками. Ну, давай. Ну, зашибись. Ну, спрыгни, спрыгни. Давай, Гаррет, спрыгни. Ну, спрыгивай, Гаррет. Вот так вот. Так. Ну, кажется, мы проникли в этот квартал. Фейково, конечно, проникли. Так, а что у нас здесь? Так, вот так вот. Ну, сначала давайте заглянем. Да вроде тихо. Ну, двери закрывать не обязательно, тут никого нет. Кто бы нас мог спалить? Так, еще одна бирюлька. Больше ничего ценного нет. Ладно. Нету. Но все же будем аккуратно и закроем. Ну что, проникаем. Но это уже будет в следующей... Не, давайте сначала зайдем, а потом в следующей серии.
тут впервые, сэр. Я иду в Дом Цветов. Если вы, головорезы, что-то задумали... Мадам Сяо, Сяо ждет вас, сэр. Я вас провожу. Ладно. Следуйте за мной. Расфуфыренного петуха привели в курятник. А я поиграю в лесу. Окей. Если меня увидят с вашими цветочками... Хорошо. Ладно, дамы и господа. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте. С вами был Андрей. Всего хорошего. Пока-пока. До встречи в следующей серии.